В этом видео ты узнаешь, почему Джимена не смогли смыть, что делался Титан Тувумен, почему Джимен теперь не может стрелять лазерами из глаз. Но все по порядку. Давайте начнем с того, почему Джимена не смогли смыть. В клипе Детоли 22 мы увидели, что Джимена невозможно смыть. В 16 серии мы видим, что скибиди ученые над чем-то работают. Моя теория в том, что вот эти ученые работали над тем, чтобы сделать Джимена улучшение, чтобы его было невозможно смыть. Теперь вторая теория. Куда делся Титан Тувумен? Как мы помним, в 47 серии его сильно ранили, он куда-то телепортировался. Я думаю, что после телепортации он сильно ослаб. И куда он телепортировался, там ожидал его очень много скибидистов. И они его убили. Потому что если бы он был бы на починке и живой, его бы уже показали, но его не показывают. Мы все помним, что в 55 серии у нас скибидисты научились телепортироваться. Прям как Тувумена. Я думаю, что у Тувумена Титана забрали детали, благодаря которым можно было телепортироваться. Их копировали и добавили на многих скибидистов. Теперь последняя, третья теория. Почему Джимен не может теперь стрелять лазерами из глаз? Я думаю, что в 47 серии, когда Титан Тувумен ослеплял Джимена, это сильно повлияло на его глаза. Пишите в комментах шашлычок, если вы досмотрели это видео до конца. Это чтобы я знал, что хоть кто-то посмотрел его до конца. На этом у меня все. Всем пока, до скорых встреч. И огромное спасибо вам.